Давление шкод. Что такое школа? Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там мы учимся писать, складывать и умножать. В школе много узнаем о своем любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах, и куда впадают реки, и какими были греки, какие есть моря и как вертится земля. В школе у нас тиски есть. Интересно, где они перечислить? Без звонок и села. Вот какая школа. Давление школа. Который раз хожу я в эти двери, чтобы набраться навыков и сил, чтобы однажды вдруг себя поверил, эту веру сердце сохранил. Родная школа, ты мне ежедневно все новые познания даешь. Порой строга бываешь, даже гневно, но все к успеху ты меня ведешь. И мне всегда и радостно, и страшно входить в распахнутые с несделанным заданием домашним. Но я исправлю школу, ты поверь. И приложу я все свои старания, чтобы добиться знания, побед, чтобы оправдать надежды, ожидания. Даю тебе, школу, свой отец. Это дарение школы. Как уже нашел мама, покушал в полную.